Всем привет, это Черника Nails, и сегодня я проведу мастер-класс на осеннюю тематику. Мы будем рисовать гель-лаками, и только для контура будем использовать гель-краску. Кисть используем 2.0 или единичку. Все кисти из натурального ворса, стриженные вручную. Черным гель-лаком создаем вспомогательный контур, просушиваем его в лампе и только потом прокрашиваем рисунок. Мы закрасили рисунок, и теперь нам нужно черной гель-краской прорисовать контур. Таким образом, мы добавляем рисунку выразительности. Осенние листья – это для меня отдельная тема. Только посмотрите, как красиво получается. С помощью этой техники можно создать много интересных дизайнов на эту тему. Вышла легкая и воздушная композиция. Как видите, везде используется одна и та же техника. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк. Всем до новых встреч!